Одна деталь. Сейчас отношения между США и Россией более напряженные, чем год назад. Это как-то сказывается на вашей работе, на вашем бизнесе? Пока, если честно, нет, и, как ни странно, для «Черной розы» это было даже хорошо, потому что в этом фильме русский полицейский присоединяется к полиции Лос-Анджелеса для расследования серии преступлений, чтобы помочь им найти убийцу. Серийного убийцу. Совершенно верно. Так что в «Черной розе» русские и американцы работают вместе, не против друг друга, а вместе. Это был хороший коммерческий аргумент для американского кинобизнеса в этом году, что я снимаю фильм про дружбу. Какой еще сумасшедший русский будет снимать фильм про дружбу в такое время, в такой обстановке? А если серьезно, то я считаю, мы должны продолжать снимать подобные фильмы с правильными подсмыслами. Самое забавное, когда я связывался с Каспером Ван Дином, с Джеймсом Скоттом Ли и даже всем известной итальянской актрисой. Моника Беллуччи. Серьезно? Никто не спрашивал про отношения России и США. Всех все устраивало. Зато все переживали насчет Филиппин и джунглей. И насчет змей. Но они больше беспокоились об этом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».